Ну что, Наталья, пришло время очередных замеров. Мы будем с вами подводить итоги последних двух недель нашей работы. Как ваше самочувствие? Какие изменения произошли за эти две недели? Самочувствие хорошее, появилось море энергии, позитива, легкость необыкновенная. Но у меня есть большая проблема. Работа сидящая, и из-за этого болит спина. В связи с этим приходится пропускать интенсивные тренировки. Вот что мне с этим делать? Давайте разбираться с проблемами в спине. Часто приходят люди, которые из-за своих проблем с позвоночником не могут приступить к суперинтенсивным тренировкам. И на помощь приходит такая замечательная тренировка, как джирокинезис. Очень интригующе. Никогда об этом не слышала. Прямо-таки жажду попробовать. Занимаясь джирокинезисом, мы с вами избавимся от боли в спине, скорректируем осанку, а самое главное, улучшим ваше самочувствие. Пойдемте заниматься. Уникальная гимнастика джирокинезис помогает человеку самостоятельно управлять нужными суставами и связками, укрепляя их и поддерживая позвоночник в тонусе. В основу комплекса упражнений входят дугообразные, волнообразные и спиральные движения, мягко прорабатывающие суставы и мышцы и укрепляющие связки. Ключевым моментом джирокинезиса является плавный переход одного движения в другое. По ощущениям это похоже на душевный танец. Главный эффект – увеличивается подвижность позвоночника и гибкость суставов. Именно этого не хватает практически всем жителям нашего города. Ну что, Наталья, как вам джирокинезис? Понравилась тренировка? Мне очень понравилось. Обязательно буду посещать эти тренировки. А после тренировки пришло время контрольных замеров Натальи Михайловны. Сейчас мы расшифруем то, что наш анализатор выдал. Долгожданные наши замеры, результаты. Так, ну что? Несмотря на то, что у нас были проблемы со спиной, тем не менее сдвиг есть. Правда, небольшой, но тем не менее 3 килограмма за истекший период – это неплохо. Опять мы наблюдаем за тем, что у нас улучшается и увеличивается мышечная масса, уходят жировые отложения. Ну, мы на верном пути, Наталья. Ну что, замеры? Самая приятная часть наших экспериментов. Так, ну что, грудь ушла у нас 100 сантиметров теперь. Следующая часть – талия, 85, минус 2 сантиметра. И бедра. Ну, бедра у нас немного отстают, 121 сантиметр. Ну, это самая проблемная часть, мы еще над ней будем работать. Сейчас у всех калининградок появился уникальный шанс. В честь дня рождения Талия Клуб дарит скидки на абонементы до 25%. Спешите, скидки только до 20 сентября. Станьте стройной и красивой с Талия Клубом. Новый фитнес-сезон начинается в Талия Клуб.